Доброй традицией стало чествование в Ленинском управлении ЗАГС супружеских пар, проживших вместе более половины века. У всех этих людей позади долгая и интересная жизнь, и сегодня они могут поделиться секретом семейного счастья. Надо просто уважать друг дружку, чтобы все было хорошо в семье. Вот. У нас очень большая семья. У меня сын, дочь, трое внуков и трое правнуков. Не убегать. Семья свята. Семья свята, семья основа государства. Вот так нас воспитывали. Вот такой секрет простой. 10 супружеских пар собрались на торжественную церемонию. Первым сознаменательным событием их поздравил глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов. Семейные ценности, умение терпеть, уступать, прожить первые 5 лет, потом еще 5 лет – это большой труд и большое искусство. И не мне вам говорить, потому что вы это все прошли. Затем каждой семье вручили поздравительный адрес от главы Ленинского района и памятные подарки. Приятным сюрпризом для юбиляров стало исполнение символической песни «Свадьба» времен их молодости. Собравшиеся подпевали и хлопали в такт. После музыкальной паузы семьи пригласили поставить подписи в юбилейной памятной книге. Выход каждой пары сопровождала небольшая история их семейной жизни. Следующим творческим номером стало выступление воспитанников детского сада номер 9 «Солнышко», которое никого не оставило равнодушным. Теплые слова в адрес виновников торжества произнес заместитель начальника Ленинского управления социальной защиты населения Андрей Миков. Я хочу, чтобы в ваших семьях всегда была не только семья, и 8, и 9, и чтобы все эти я жили дружно, счастливо, задорно, вот с таким настроением, как нам показали сегодня детки. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. В конце мероприятия выступил настоятель Ильинского храма села Дыдылдино священник Вадим Мурадов и вручил каждой паре иконы в знак благословения семейной жизни. А завершилось торжество общим фото на память. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.